Добрый вечер, Ирина. Подскажите, пожалуйста, если родители настаивают на оплате банкетной площадки, как в дальнейшем избежать большого влияния с их стороны на выбор, на наш выбор подарка? Ну, договоритесь на берегу. Я вообще за то, чтобы со всеми абсолютно все обговаривать. Говорите, что, ребят, мы будем счастливы, если вы нам поможете там с оплатами какими-то, да, там, фотографа, видеографа, ведущего банкетной площадки. Но только давайте сделаем так, что мы сами будем это выбирать, что мы сами все-таки принимаем решение. Потому что, ну, если вы об этом не договоритесь, они, может быть, будут думать наоборот, что вы ждете их совета, вы ждете, что они помогут вам с выбором. А если вы заранее озвучите свои правила, то, возможно, они скажут, ну окей, окей, конечно, никаких проблем, пожалуйста, выбирайте сами. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. У нас была такая пара, где родители прям активно помогали в плане финансов, но при всем при этом они вот настолько, опять же, мудрые, да, люди, они касались подготовки, они говорят, ребят, если вам нужно, вы можете обратиться к нам, мы в любой момент, конечно, на подхвате поможем, порекомендуем там и так далее, там, поможем определиться с выбором, но настаивать на чем-то мы не будем, потому что это ваша свадьба, выбирайте, делайте как хотите. Мы вот там, там даем вам определенную сумму, а вы уже выбираете все сами. И в день мероприятия они, вот опять же, будучи, да, такими интеллигентными и очень мудрыми людьми, они восхищались всем тем, что происходило, несколько раз подходили и ко мне, и к невесте, говорили о том, что какая ты у нас сделала, вот ты так здорово, такую хорошую площадку сумела там подобрать, ты выбрала такого хорошего там ведущего, фотографа, какая ты умничка, это умничка. То есть о чем это говорит? О том, что родители реально ценят невесту, они действительно ценят и уважают выбор молодоженов. Это очень здорово. Но, конечно, договариваться нужно на берегу.